20 марта по улице Железнодорожной были проведены состязания по национальным видам спорта и национальным играм среди воспитанников детской и юношеской спортивной школы Бурлинского района и просто детей. Спортивное мероприятие приурочено к празднованию Наурыз и посвящено Национальному дню спорта в рамках плана Наурызнама. Состязания проводились по тоғызқұмалақ и бесасық среди девочек, по асгату перетягиванию каната, поднятию импровизированного барана, подбрасыванию мяча, лянгатебу среди мальчиков. По программе Наурызнама 20 марта у нас празднуется День национальных видов спорта, День национальных игр. Сегодня на площади мы проводим соревнования среди детей детской и юношеской спортивной школы, в общем, среди детей по национальным видам спорта и по национальным играм. У нас в юрте сейчас играют игры бесасык для девочек и тоғызқұмалақ. За юрты на улице мы играем сейчас поднятие барана, национальные игры, перетягивание каната, асыгату и лянгатебу. В рамках 10-дневного празднования Наурызнама спортивные мероприятия проводятся уже несколько дней. 17 числа у нас проходил игры, национальные игры с семьями, то есть семейные игры по направлению именно национальных игр. Сегодня 20 у нас проводится среди детей по национальным видам спорта, по национальным играм. И 22 числа мы будем проводить в общем праздновании. Здесь на площади для жителей, для празднующих. То же самое, игры уже для всех слоев населения, для взрослых, для детей. Казак крысы, асыгату, архантарту, асыгату, лянгатебу. Вот по этим видам спорта будем проводить. Кроме того, в рамках Наурызнама состязания по национальным играм и национальным видам спорта проводятся среди работников различных сфер. По словам руководителя отдела физической культуры и спорта Бурлинского района, проводятся состязания среди сотрудников противопожарной службы, специалистов отдела ПЧС, среди сотрудников районного отдела полиции. По итогам праздничных состязаний по подбрасыванию мяча ногами лянгатебу первое место занял Саян Утибалиев, по бесасык первое место у Адема Самат, по асыгату первое место занял Азиз Тастайбеков, койкутеру поднятие барана первое место у Ернура Шотаева, первое место по тоғызқұмалақ среди мальчиков занял Ислам Тулеугали, среди девочек Саида Тудахунова. В перетягивании каната все ребята, разделившись на группы, состязались между собой. Среди мальчиков первое место заняла команда отделения греко-римской борьбы детской юношеской спортивной школы Бурлинского района, а среди девочек первое место у команды по тоғызқұмалақ. Победители и призеры награждены дипломами и подарками отдела физической культуры и спорта и культурно-массового национального конно-спортивного комплекса «Аксай». Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак».